Сьогодні у програмі. Чи можна зліпити з українського дільничого крутого шерифа? Я його не знаю і не бачив ні разу. Та як поведе себе інспектор, коли злочин скоїть у нього на очах? Приїжджає до вас слідча патрульна група. Провокаційне розслідування абзацу. Воно атакує вас на ногах, руках та навіть... Які процедури у салоні краси провокують небезпечні інфекції? Це останеться з рубцом. А що насправді позбавить вас від небажаного волосся? Ні єдине лишні волосинки на моєму тілі вже ні зучині 7 років. Привіт, страна! Абзац не дрімле. Ми працюємо для вас, друзі. Ну що ж, розпочинаємо ось з чого. До нас звернулися батьки учнів однієї столичної музичної школи. Вони віднедавна бояться водити туди своїх дітей. А річ в тім, що поруч з закладом запрацював гендель, де, ви розумієте, дяді і тьоті збираються зовсім не для того, щоб послухати музику. Ну, як? Я би сказав, що і в тому числі і послухати музику. Як прекратити це шумне? Давайте уж, чого гріха таїть, скажем напрямую пивопитие под інтелігентні звуки скрипки. Бороться з наливайкою вилетів Антон Чехов. Антон Павлович, что ли? Абзац в Києві. Почему на пороге школы продают пиво? Сначала мы не поверили, что действительно море пива будет. Ну, как-то думали, что что-то другое. Кто догадался назвать музыкальную школу именно так? Стаканчики, бутылки, народу сидит море. Кому выгодно с детства приучать скрипачей к алкоголю? Теперь ты знаешь про пиво что-то? Не знаю и не хочу знать. У нас школа была номер 24, а теперь она у нас имеет название, обратите внимание, оно продолжило вот это море пива, нашу вывеску. И теперь дитяча музычная школа море пива. Это Марина Ильинична, она 44 года учила малышей играть на скрипке. Но теперь у нее стоит задача поглобальнее. Ежедневная и утомительная борьба с пивнухой в школе. В КМДА написали, в колл-центр звонили. Коллективные письма. Уже собрали подписи родителей о том, что мы протестуем против того, что тут происходит. Правда, что это вы для нас на сегодняшний день последняя инстанция, куда мы можем обратиться. Так что же получается, для городской администрации это не острый вопрос? Может, давайте ночной клуб откроем в актовом зале? Как же теперь детишкам сосредоточиться на гаммах, если вот рядом они? Сейчас темнеет рано, и как ребенка забирать с музыкальной школы? Приходится бросать одного, бежать за вторым. Какое-то пьяное, извините, будет он будет ко мне приставать, или, не дай бог, ребенок будет на все это смотреть? Мы и так живем на лесном, куда уж дальше. Как говорят в народе, там где мед, там и ложка. Боюсь представить, сколько ложек будет собираться под школой по вечерам. После школы тебе будет не страшно выходить, когда здесь будут пьяные дядьки, пить пиво, курить, ругаться? Не дуже. Не дуже страшно. Мне будет не дуже так приятно. А девчаткам? Дівчаткам, думаю, що буде точно. Точно страшно. Мені здається, є якась постанова, що не можна біля дитячого закладу мати подібні заклади. Там, певна відстань має бути. Напомню, закон України гласить: любое питейне заведення либо ліквороводочна лавка должна знаходитися від школи і садика на расстоянии не менше 300 метрів. А тут у нас, около метра. А от в самому заведенні ні на секунду не сумніваємося, що пивная відкрита по нужному адресу. Получаем прекрасные отзывы о напитках и о новом месте расположения магазина. Очень нравится, как играет скрипка и гитара. Где ваш уголок потребителя? Сегодня в магазине вечером уголок будет подцеплен. А лицензия у вас есть? Еще раз. Лицензия есть в наличии? В наличии? Это все вопросы. Я не компетентен, просто не знаю. Это ощущение подъедет руководство, будете с ними общаться. Ваше заведение работает неофициально? Официально. Если официально, у вас должен быть уголок потребителя. Магазин у нас только открылся. Возможно, просто не успели это сделать. А как вы открываетесь без разрешения, без лицензии? Мы сейчас можем зафиксировать данное обращение. Вам предоставят обратную связь. Как и следовало ожидать, никто никому не перезвонил. Но нельзя терять надежду в таких случаях. Нужно ехать в районную администрацию. Здравствуйте. Здравствуйте. Новый канал. Что же происходит? Начальник пресс-службы не очень-то мне и поверила. Это у нас в районе? Да, такого в лесном массиве.
также сообщила, что инспекторов нет на рабочем месте, так еще и выгораживала их как могла. Здесь они с 9 ранку разнарядку и уезжают по объектам. Они же не могут сидеть тут и чекать, пока до них приедут. Мне посоветовали написать письмо. Я думаю, переписка может затянуться на годы. Но если район нам не может дать четкий ответ на этот вопрос, тогда мы идем к мэру в КМДА. Мы хотим написать все-таки письмо, заявление местному главе о том, что на лесном массиве открыли заведение, где продают пиво, вот в метре от музыкальной школы. У них нет ни лицензии, ничего нет. Сотрудник мэрии в очень спокойном состоянии рассказал мне об официальной процедуре. Мол, не могут закрыть наливайку прямо сейчас. Придется действовать самостоятельно. Магазин пива как минимум 2 раза нарушил закон. И этого достаточно, чтобы вызвать полицию. И тут, вернувшись к магазину, чтобы вершить правосудие, застаю, как спешно из магазина в машину загружают кеги с пивом. Так, что происходит? Неужели закрываетесь? Не верю. Добрый день. Здравствуйте. Новый канал. Да-да. А вы закрылись? Да. Магазин закрывают, закрыт. Закрыт? Конечно. А по каким причинам? Пока не уточняют. До четверга сказали. До четверга? Да. Я и в четверг могу приехать, новая полиция тоже. А тем временем директриса школы поведала, что к ней захаживали представители Хмельнухи, чтобы договориться по-тихому. Море пива, вони хотіли з нами контактувати, тобто хотіли так товаришувати, казали, що вони допоможуть і школі розвиватися, таке інше, але ми сказали, що це не тільки залежить від адміністрації, а від батьків, а батьки категорично настроєні проти. Сьогодні четвер, і я приїхав узнати, розливається ли море пива. Поки магазин закрит, но я ще вернусь і це перевірю. Если у вас похожая ситуация, пишите нам на почту, и мы с ними разберемся. Так что хочется подякувати новому каналу за то, что вы нам допомогли в такой дійсно хорошей справе. Друзья, у нас есть отличные новости для вас. Сегодня Антон еще раз позвонил в музыкальную школу. Прекрасное заведение, которое вы только что видели, к счастью родителей, все еще закрыто. Друзі, ну а чим ще сьогодні приголомшили Україна та світ, дивимося разом. 8 утра, Чернігов. Женщина пытается найти конец. Длиннющие очереди к местному пенсионному фонду. Вереница невиданная. Все люди пришли за справкой о том, что их пенсия меньше 1300 гривен. Где-то прослышали, что если покажешь такую бумажку, местный мэр выдаст до 1500 дополнительно. Скоро выборы, поэтому поверили. Очередь занимали с 2 часов ночи. 11-та Сполучені Штати. Рятувальник у гелікоптері витягує нагору жінку з маленькою дитиною. Їх зняли з даху затопленого будинку в Південній Кароліні. Тут не бувала повінь через буровій Хоакін. Губернаторка заявила, схожі зливи трапляються раз на 1000 років. Загинули щонайменше 8 людей. Місцевим радять лишатись удома, триматись якомога далі від доріг і не намагатися їхати крізь потоки води. 14.00. Сирія. Російські воєнні подкручують гайки в самолітах. Готовяться на взльот, говорять, будуть бомбити терористів. Вопрос тільки яких? В Москві, уверяють, б'ють по позиціям ісламського государства, з яким також бореться Запад. Но в США уверены, Росія прицельно бомбить повстанців, воюючих з сирійським президентом Башаром Асадом. Тим временем, на днях російське телевидение в очередной раз превзошло само себя, показало прогноз погоди для бомбардировок Сирії. Октябрь в Сирии в целом благоприятный для полетов месяц. Дожди бывают лишь раз в 10 дней. Причем самые интенсивные, до 18 миллиметров осадков, обычно наблюдаются как раз на севере, там, где идет операция российских ВВС. Но это не может оказать серьезного влияния на бомбардировки. 17-та Россия. Хлопчаки играют у футбол у дворі новісінького, але геть порожнього будинку в Сочи. Він один з багатьох зведених до торішніх Олімпійських ігор. Свого часу на це вгатили 50 мільярдів доларів. Однак зараз продати житло не можуть. Тож оселі потихеньку грабують, б'ють у них шибки, виламують сантехніку. Люди просять місцеву владу якось владнати ситуацію, але поки що все марно.
Ну, тащится, бьется все, рушится. Ну, дайте людям жилье. У этих хозяев есть, у этих квартир есть хозяева. Где они? Самой, честно говоря, жалко. Вот, я смотрю, блин, а почему люди не заселены? Ни здесь, ни там, нигде. В принципе, почему? Далі в абзаці. Воно атакує вас на ногах, руках та навіть. Які процедури у салоні краси провокують небезпечні інфекції? Це останеться з рубцом. А що насправді позбавить вас від небажаного волосся? Ні єдиної лишньої волосинки на моєму тілі вже не зачиняє 7 років. А я нагадаю, якщо ви вважаєте, що якусь іще тому абзац просто зобов'язаний порушити, обов'язково пишіть нам лист на адресу abzats@ukrnet. А, знаешь, хотел тебе рассказать, я же жил какое-то время в Америке, вот, как там устроена вот структура силовых органов, да, ага. То есть вот там у них есть полицейские, они так. У нас сейчас тоже есть. Патрульные, да. Да, то есть они как бы и ГАИ, и патрульные в одном лице, да. То есть они там следят за всем. Но как только ты выезжаешь за пределы города, там есть так называемый highway patrol. Ага. То есть вот это вот те самые гаишники, которые, то есть они там следят за тем, чтобы не нарушали на всех этих там хайвеях, фривеях, ага, между городами. Но в маленьких населенных пунктах, угу, где полицейских как бы немного, там вот много там всяких там деревень и сел, там существует шериф. Это типа наш участковый, он же полицейский и он же гаишник в одном лице. Ну, короче, знаешь, как в штате Техас, там да, я есть закон. Так вот, берегитесь, маленькие города и села. На места участковых милиционеров скоро придут украинские шерифы. Я, честно говоря, даже не, ну вот я пытаюсь представить, как будет звучать, например, там я шериф, там Сердюк. Ну нормально. Ну круто звучит, да? Ну да, необычно. В свеженькой форме, с новыми автомобилями, с винчестерами, наверное. По словам премьера Яценюка, эти люди будут знать каждого жителя своего участка в лицо. Надеюсь, они с ними выпивать вместе будут. Да не, ну вони шерифи, там же, може у нас теж буде якийсь дикий-дикий захід, там, або схід у нас дикий, ну ладно. Друзі, ну, а от... Ну схід у нас уже дикий, як ти... А от чи зможе сьогоднішній дільничий на Київщині пройти кастинг і отримати, ну ось цей значок, який Андрій показував вам, значок шерифа. Сміливий експеримент з крадіжкою влаштувала наша Оля Манько, просто халепа в селі Халеп'я, не повірите. Це вас з Халепа турбують. У нас тут така річ, у мене вкрали велосипед. Я перевірю, як працює сільський дільничий. Дзвоніть на 102, в'їжджає до вас лічебрина група. Через скільки міліціонер приїде на крадіжку велосипеда? І чи взагалі приїде? Я його не знаю і не бачу ні разу. Ніколи в житті? А були випадки, що ви його хотіли викликати, а його не було? Звичайно. Україну заполонили фантоми дільничих. Впевнена, більшість із вас своїх дільничих інспекторів, які в цьому селі, теж в очі не бачили. Халепні, халепа зі злодіями. Тут уже другий рік поспіль орудує справжнісінька банда. Серед білого дня крадуть. Заходять у двір, беруть газонокосилочки такі, пилки. Коротше, все, що тягнеться, все можна утягнути, все тягне. Грузять на тачку прямо. Кажуть, обчистили кожен другий двір. Ось в одної людини вкрали 150 тисяч гривень, другої людини 200 тисяч гривень вкрали. Беруть все – електроприбори, металолом, навіть ворота знімають. В Халепі ворота не обов'язково відкривати, можна приходити отак от просто. Оп! Забори знімають, огорожі знімають, знімають навіть в дворі, там для курей щось загородили, алюмінієвий там такий заборчик, ну як у бабців. Прям заходить, скрутив, мені треба, і пішов. Вікторія працює у сільському магазині. Завжди перша знає, де кого обікрали. Там якийсь у них один наводчик, який ходить по селу, да все видивлюється. Жителі просто обурені бездіяльністю міліції. Я знайду швидше, хоч і в камеру, куди хочете показуйте, я знайду швидше, чим вони шукають. А ви навіть знаєте, хто вкрав? Звісно, я знаю, хто де що краде, де хто все повністю займається. Олександра весною обікрали на 50 тисяч гривень. Інструмент весь покрали, все повністю. Інструмент, шуруповерти, углорез,
все, препаратори, все повністю покрали, весь електроінструмент. За півроку правоохоронці нікого так і не знайшли, а Олександр після цього випадку встановив камери. Я своїми методами можу організувати це, мені зразу завтра знайдуть і привезуть, і покажуть. Так мені методи, в мене другі методи. А у дворі Галини Миколаївни тільки місяць тому поцупили бетономішалку. Я їздила, написала в Українку, так як і треба, заяву про крадіжку і все. Але я вам зразу скажу, ніхто до цього часу до мене не приїхав, не поспілкувався. А дільничий? Ну, наші ж дільничий, це ж наші дільничий. Він був в той час у відпустці, але ж вийшовши з відпустки, то він нічого не робив. Про бетономішалку жінці нагадує хіба ось ця доріжка. Не встигли залити бетоном, а на нову грошей немає. Зараз коштує 5-600. Попробуйте її купити на пенсію пенсіонера. Тепер жінка поставила ліхтарі, які реагують на рух і прислуховуються до Боніфація. Боніфацій тоді гавка, весільно він гавка. Ти на нього не зважила. Якби я зважила на те, щоб справді прийшли, то я би встала. Тепер я вже встаю, схвачуюсь і біжу. Гавка в нас злодюжик, так? Чому в цьому селі вже 2 роки не можуть дати ради зі злодіями? Іду до сільського голови за відповідями. Зустрічають з хлібом і сіллю. І подивіться, хто тут. Очам своїм не вірю. Почув, що приїхав абзац і намалювався. Дільничий. Село Хвалик, да. Каличенко. Нічого собі, бо є. Звісно, є. Я тут завжди є. Я просто багато людей говорять, що у нас лиця не бачили. Ну, багато людей, тому що я один частковий на 7 сіл. 7 сіл – це немало, але він вже дільничим тут 6 місяців. Невже за півроку не можна навести лад у Халип'ї? Одну банду ми вже закрили. Коли? В кінці другої декади вересня, ага. На якого саме більше жителі села Халип'я жалились. Він ще закрили, він зараз знаходиться в СІЗО, угу. У Лук'янці, і зараз йде досудове слідство. Ну, йому там світ від 4 до 6 років. До речі, Олександр і в шерифи мітить. То буде краще працювати? Я думаю, що так. Да. Що буде краще. Зарплата теж точно більше, кажуть. Зарплата – це хорошо, але чим він взагалі цілими днями займається? Сусід ображає вас, там погрожує, я там приїжджаю. Більше випадків – це сімейні сварки. Найголовніше. Угу. Що якщо сімейні сварки, ви приходите і що, мирити? Якщо вони не помирилися, угу. Коли я приїхав, там, на другий день, що приїхав, лише складаю адміністративний протокол на того, хто чинив сварку. Посварились з чоловіком, викликайте дільничого. Він складе на нього протокол. Та на все їжджаємо. Там і курку украли, і собака гавкає. А що був, що сусід вкрав курку чи хто? Не сусід, а сусідська собака. Собаку посадили після того, чи ні? Ні, собаку не посадили. Втратилась крадіжка, до яких заходить. Можете її щось з нею зробити? Хух, врятував. З любого там приводу може звертатися. А якщо кіт заліз на дерево? Ну, кіт заліз, а такого не було. Якщо бабушка... Якщо що, можна вам дзвонити? Ну, можна, звісно, можна. Якщо бабушка не в змозі, там... Ми зможемо під'їхати. Чи... Як красиво говорить і навіть не підозрює, яке випробування я йому підготувала. Але про це трішки згодом, а поки що покажу селу їхнього фантомного дільничого. Ви знаєте, хто оцей чоловік гарний форми? Чесно сказати, що ні, я знаю, що у нас новий участковий. Новий? Ну, останні півроку. А бачить його вперше. Ну-ну, явно Олександр досі оминав Халип'я. Ви знаєте, хто це? У вас. Знаєте, хто це? А ви знаєте, хто це? Оце чоловік в формі? Участковий. Це ви вгадали тільки що? Ну, у нас тільки одні такі, молоді. Ви недавно, мабуть. Голова села геть не здивована, що народ дільничого вперше бачить. А ви задоволені роботою вашого дільничого? Звичайно, не задоволена, тому що дільничий повинен бути один. На село буває так, дзвониш, а дільничний говорить, що в мене там машини немає або поламалась. Тому жінка дуже чекає приходу свого шерифа. У нас кабінет є. Вільний. Пустий, да. О, знайшла вже кабінет вільний. Супер. Все, да, тепер нас тільки треба знайти шерифа. Молоді Халип'я, бережіться. До вас іде шериф. Ну що ж, з дільничим я познайомилась і навіть людей з ним познайомила. Тоді почекала 2 дні і знову приїхала в Халип'я.
Час провести експеримент на швидкість реакції дільничого. Це Ярослав живе в Халепі з народження. За 28 років його двір, тьфу-тьфу-тьфу, злодюжки оминали. Хоча саме зараз у нього вкрадуть велосипед. Викликаємо дільничого. Ну, Саша, не підведи. Вибачте, місце для запису повідомлень не залишилось. На годиннику 15:00, а у міліціонера вимкнений телефон. Саша, ти мене розчарував дуже сильно. А я тобі жетон привезла шерифу. Ми з Ярославом почекали годину. Дільничий Олександр, який хоче стати шерифом, у мережі так і не з'явився. Але я, добра душа, дам йому ще один шанс. Ярослав, привіт знову. Ну що, велосипед не повернули? Ну, на жаль. Вчора ми дзвонили до дільничого, що у Ярослава вкрали велосипед. Дільничий не взяв трубку, він був недоступний. Сьогодні пробуємо ще раз. От чуємо гудки. Добрий знак. Це вас з Халепа турбують. У нас тут така річ, у мене вкрали велосипед. Ви б не могли під'їхати, будь ласка? Дзвоніть на 102, від'їжджає до вас слідча патрульна група. Оце і все? А як красиво Олександр співав мені про свою роботу. На все виїжджаємо. Там і курку украли, і собака гавкає. А що було? Ні, ну ми ж знаємо, ви ж у нас участковий в Халепі. Ви б не могли під'їхати? Ні, ну розумієте, що зараз є шарі, які виїжджають на такі візові. А ви зараз зайняті дуже, що не можете під'їхати? У мене зараз людина знаходиться. Вмовляли дільничого хвилин 10. Якщо ви можете почекати, то почекайте. Ну, ми через 20. Добре, ми почекаємо. Дуже дякую вам. Зараз 11:49. Чекаємо 20 хвилин. І так, Ярослав з дружиною чекає на місці злочину. Минуло 20 хвилин, а на 22-й... Ви наший участковий, як я розумію, Олександр? Здравствуйте, Олександр. Справа в тому, у нас от вчора вкрали, ще вчора тут на цьому прямо місці велосипед. Цікаво, чи зможе він знайти велосипед? Заяву приймаємо у вас. Так, а фото вам показувати потрібно? Вас з'єблю тут, щоб мені на телефон скинути, я десь комп'ютер роздрукую. Ну, от, якби він от такий. Ярослав назвав марку велосипеда, колір і навіть фото показав. Тепер перевірю Олександра на пильність. Я його навіть шукаю. Просто перед носом і велосипед, і злодій, а мій дільничий – нуль реакції. А ви вчора де ще знаходились? Ну, от тут прямо і знаходились. Якогось підозрюєте? Ну, якби конкретно нику. Так отже, підозрюваний, намотую біля вас третє коло. Але Олександру не до цього. Його турбує оформлення заяви. Треба розкривати карти, тому що зараз заберуть нашого Ярослава відділ. Олександр, добрий день. Як у вас справи, скажіть? На візу приїхав, бачите? Так, а що сталося? Велосипеда вкрали. А коли? Вчора. А чому сьогодні приїхали? Людина сьогодні телефонувала і сьогодні приїхала. Ярослав, розкажи, чому ти вчора не подзвонив? Ну, на жаль, вчора не змогли вам дотелефонуватися, так? Вибачте, місце для запису повідомлень не залишилось. А вчора був вимкнений телефон. Чому? Вимкнений телефон. У мене батарея сіла, я був на візку. Ти приїхав, скільки я приїхав? Сім годин він стояв на зарядці в українській кабінеті. У нас так часто телефон. Сідає телефон. Та ні, просто зарядка поламалась, я від USB заряджав. Ось телефон має бути ввімкнений. В будь-якій ситуації це треба заряджати, знаходити способи. От. А так, ви реально приїхали за 20 хвилин. Це ваш великий плюс. Да. З телефоном розібрались, а ось як грабіжника не помітили. Ви можете повернутися, от подивитись на цей велосипед? Арді? Да, схожий на нього. Чорно-синій. А ви не помітили, що він так пару разів біля вас приїжджав? Та я спілкувався з людиною. Не замічав. Коли злочин стався, то ви так маєте чик-чик зі всіх сторін, а може хтось буде нести вкрадене. Поки ми розмовляли, приїхав патрульний автомобіль. І ще один. Виявилось, Олександр хвилювався, що не може швидко приїхати, і викликав підмогу. На велосипеді ж дві машини? Ну, що? Людей так? Група швидкого реагування, і ми як... Ви так завжди приїжджаєте? Слідчого оперативного. Ну, так. Так? Нічого ж собі. У вас викликів зараз інших немає? Єсть.
Так давайте нам допоможемо, щоб ми не забирали весь час. Ми так багато. Так, ми з дільничою розбираємося. Дякуємо дуже, що приїхали. Так, вам не привиділось, це дійсно нова поліція. Ще з кінця серпня в Обухівському і Васильківському районі патрулюють експериментальні групи швидкого реагування. І саме за останній місяць крадіжок в Халип'ї суттєво поменшало. Дільничний інспектор. Але, так, стоп. Але, по-моєму, це він дільничний інспектор. Він не задіяний у проєкт. То може бути, що ви будете новим шерифом? Це можливо. Олександр, у вас тут конкурент. Це ж добре, чим більше конкурентів. Передається краще працювати, щоб майже був конкурентів. От так от. Ну, я думаю, хлопці тут самі розберуться. Принаймні, не все так погано, як видавалось на перший погляд. Дільничий старається і зі злодіями обіцяє розібратись. В селі Халип'я і в других селах, які є закріплені, будемо працювати краще, спілкуватися побільше з громадянами і помагати всьому, що вони будуть звертатися. І телефон не вимикати? Не вимикати, так, однозначно. Куплю другий телефон. По рукам? Хорошо. На наступний раз, якщо будете гарно працювати, я вам подарую зірочку шерифа. Спасибо. Домовилися? Хорошо. Дякую. Не знаю, как вам, друзья, но мне больше всего понравились те истории, вот когда участковый Александр рассказывал, как он несет службу. Я вот думаю, вот сейчас расскажет о том, как Пабло Эскобара поймал. Вот. А потом бах ему про велосипед, как бы, и уже все. Но я знаю, с кого нашим сельским милиционерам брать пример. Вот вы только посмотрите, как смело работают эти бесстрашные люди в поле. Уверен, что снимали на Житомирщине. Слухайте, як ритмічненько, так шикарно. От всі б так працювали, насправді. Ну, друзі, хочу поговорити про красу, насправді. Від краси до потворності лише один крок виявляється. Після епіляції в київському салоні дівчина дістала опіки другого ступеня. І таких випадків безліч у нас в Україні. Слушай, я от цього сильно боюсь, тому ніколи не ходив в салони ходиш? Красоти, да, от на всі ці процедури. О, я думала, ти так гарно виглядаєш, да, ти ходиш в салон. Да, ну ладно, ні? Давай, без компліментів лишніх обійдемо. Пойдемся. Как уничтожить волосы и не сжечь кожу? Что безопаснее, эпиляция, воск или бритва? Ради этого болезненного эксперимента наша Аня Алицкая, бесстрашная, пожертвовала свои руки. Это Сусана, она тоже женщина, хотя и горилла. И знаете, у нее точно такое же количество волос на теле, как и у нас с вами. Они просто толще и длиннее. Но, увы, большинство мужчин считают, что у настоящей женщины волосы должны быть только на голове. Это прекрасная поговорка. Пусть так и будет. Знакомый рассказывал, познакомился с девушкой, вот все доходит до интима. И он ее обнимает. И чувствует, а спина волосатая. Говорит, все, на этом все закончилось тут же, в эту же секунду. Да? А ну-ка, Рома, испытай чудо эпиляции на себе. Все хорошо? Это так. А представь себе отрыв кустов на острове Бикини. А вот посмотрите, какие красавицы были бы, если бы не такое несчастье. Ужас! Нет, вот он настоящий ужас. Волосатый язык. А сколько суперзвезд стали посмешищем из-за волосатых засветов. Усатая Мадонна. Алишия Кис колосится от декольте до пупка. Главная красотка Британии Шерил Коул тоже волосатые подмышки. Небритые ноги у Бейонс и у Наташи Водяновой. А эта актриса просто забила рубиться со своим палисадником. Хотя во времена наших бабушек это был нормальный. Нормкор. А стала бы секс-символом Ким Кардашьян, если бы подросткам не удалила кустистые волосы на лбу. А говорят, она уже собралась также проэпилировать свою малютку дочь. А разве это безопасно?
Внимание, внимание! Прямо сейчас самый оторванный эксперимент в абзаце. Мы сравнили все существующие методы удаления волос. Кремы, шугаринг, воск, лазерную и фотоэпиляцию, чтобы определить лучший способ эпиляции из всех существующих. Ни единой лишней волосинки на моем теле уже нет, точнее 7 лет. 7 лет без волос. Это круто. Я просто ненавижу волосы. Я избавляюсь от них всеми средствами. И сейчас мы на мне проверим и сравним все самые ходовые методы удаления волос. Да, я тоже не лысый сфинкс. Итак, я жертвую на эксперимент свои драгоценные руки. Делим их на зоны. И начнем со старого друга электроэпилятора. Уже больше 10 лет этот пыточник с нами. Это ужасно больно. О, боже мой. Это полный ворсец. Адская машина обещает удалить волосы с корнями, но чую, рвет прямо с кожи. Смотрите. Ого, вот это сразу аллергия. Эпилятор, он цепляет не только волоски, но и немножко кожу. И, в общем-то, все это может привести к довольно сильному такому дерматиту. Моя травмированная кожа – идеальная поляна для врастания волосков. Поэтому через пару недель легкая пупырчатость гарантирована. А как поведет себя воск? В салоне проэпилировать им обе руки стоит не менее 100 гривен. А можно и самой купить воскоплав от 300 гривен. И воск в сменной кассете около 30 гривен. Так оно, конечно, дешевле. Но вы готовы вот так себя вздернуть? Внимание, марш! Зато быстро! Одним махом и волос вообще нет. Вот что оскверняло мою красоту. Самодеятельностью лучше не заниматься. Перегрейте воск, получите ожог. Метод реально опасный. Хотя, конечно, очень быстрый и эффективный. Но в последнее время по популярности его обогнал шугаринг. О, так вкусно пахнет. По сути, шугаринг – это сваренный особым способом сахар. Цена 150 гривен за полкило. Причем смесь годится для многоразового использования. Я притащила демократичное варево своему мастеру. Мы по инструкции разогрели, теперь нужно нанести и сразу отодрать. О, боже, это ужас! Не надо! Это отвратительно! Ну, прилипает! Смотрите, ваши пальцы прилипли ко мне! Это горячо! Сейчас я поплачу! Знаете, почему мне так больно? Смотрите, воск наносится по росту волос, а сдирается против. А шугаринг наоборот. Отрыв по росту, а намаз против шерсти. А это реальный ад. Он тянет за собой волоски, естественно, это больно и неприятно. Вы посмотрите, как кожа встает на дыбы. Но делать шугаринг в домашних условиях безопасней. В отличие от воска, его не нужно так сильно нагревать, а во-вторых, драть приходится по чуть-чуть. Какого это еще терпеть? Такого шугаринга? Сахарной жизни я еще даже не представляла. Зато это самый дешевый способ вырвать волосы с корнем. Не нужно раз за разом покупать никакие дополнительные расходники. Вот и весь секрет популярности. Боже, это же издевательство над девушками, этот шугаринг. После такого эпилятор уже кажется мне безобидным массажером. Король пыток – это шугаринг. Казалось бы, самый быстрый и безболезненный способ – это бритье. Но я узнала ужасное. Постоянное бритье, например, в зоне там, бикини, в таких интимных зонах, оно травмирует кожу, и на травмированной коже могут возникать папилломки. Вот такие мелкие бесформенные наросты, типа родинок. Фу, на подмышках они тоже гадко нарастают. Так что бритва тоже зло. И реклама заботливо предложила нам альтернативу – крема, депиляторы.
Устроим им соревнования. Итак, наносим. Первый крем – популярный европейский бренд из масс-маркета за 100 гривен. Второй, самый дешевый, за 37 гривен неведомого украинского производителя. И третий – испанец с претензией за 150 гривен из профессионального косметического магазина. А в чем же разница? Я изучила составы. Действующим веществом, активным всех этих кремов для депиляции, является мочевина. Бе, несет, как из кошачьего лотка. Но вонючая мочевина должна разжижить мои волоски в кератиновую кашу. Ждем 10 минут и сошкребаем. Первый масс-маркетовый крем неплохо поддается. Следующий – отечественный бюджетник. Просто сдираю с кожи. О, у меня уже идет раздражение. Она царапает кожу. Это ужас, он как лезвие. А что же наш дорогой испанец? Волосы вообще не убираются. Скребла-скребла, но на всех участках осталось полно щетинок. Это отвратительно, потому что волос не убрался полностью. Но чтобы определить победителя, я выждала неделю. Кто же меня порадовал, а кто подло отрос? Смотрите внимательно. Это заколосилась бритва, а это непуганный шугаринг. Не меньше, ну местами. Кусок выдернут, кусок вполне заросший. А вот что натворил эпилятор. Кусочки обломанных волос. Видите, они все разной длины. Ну хорошо, хоть аллергия прошла. Самая лысая поляна осталась после воска. Более-менее равномерно это воск. А вот крема удивили меня больше всех. Здесь у нас уже такая наждачная бумага, я бы сказала. Росло так же бодро, как от бритвы. И что самое неприятное? Волос, конечно, стал более толстым. Более толстый? Я в бешенстве. И вот мой окончательный хит-парад. На пятом месте крема. Зловонные провокаторы роста волос. На четвертом бритва. Провокатор гадких папиллом в интимных зонах. На третьем шугаринг. Это дешево, но дико больно. На втором месте эпилятор. Он менее болючий, прост в использовании, но грозит врастанием волос. А победитель – воск. С ним больно, есть риск ожога, зато быстро и качественно. Но все эти методы абсолютно бесполезны, если речь идет о лице. Все мы знаем, что пудры и тональники подчеркивают каждый волосок и делают из нас мохнатый персик. А что делать с усами? Ведь их нельзя ни брить, ни рвать, а то отрастут, как у Зеброва. Но есть другой радикальный метод – лазер. Говорят, это единственный в мире способ удалить волосы навсегда. Вы верите, что такое возможно? Я уже давно прошла курс, и ни единой лишней волосинки на моем теле уже нет в течение 7 лет. 7 лет да. Без волос. Это круто. Посмотрите, у нее нет ни единого волоска. Вообще чисто-чисто. Класс. Это же мечта каждой девушки. Но не все мечты сбываются. Эти жуткие фото выложила в сеть молодая киевлянка. Ожоги второй степени тяжести. Месяц мучений с незаживающими ранами на бедрах. Это результат лазерной эпиляции в одном из киевских салонов. Скажите, пожалуйста, неужели вот такое может произойти после лазерной эпиляции? Ну, это из ряда вон выходящий случай. Впервые я вижу такой. Кто-то очень постарался это сделать. Это ожоги, правильно я понимаю? Да, это глубокий ожог довольно сильной степени. И, к сожалению, он бесследно не пройдет. Это останется с рубцом. Другой украинки вот так проэпилировали зону бикини. А кому-то сожгли ноги. Но наши героини готовы испытать лазер на самых чувствительных местах. Студентка Ася надеется удалить растительность над губой, а школьная учительница Илона – из-под мышек. Прощайте волосы! Начнем! Лазер застучал, и волосы мгновенно зашквариваются от кончиков до самой луковицы. Но Илоне не больно, потому что аппарат холодит кожу криогеном. Жива! Но минуточку, волосы не исчезли. Ну вот остались же, да, какие-то вот черненькие такие. Доктор говорит, это норма. Пеньки-погорельцы уже мертвы, но выпадут где-то через неделю. И больше не вырастут никогда. И вот спустя неделю Илона вернулась в полном восторге. Ее подмышки идеально гладкие.
Но у Аси волосы значительно темнее и жестче. Волосы раздражают, честно? Ужасно, на самом деле. Когда ты плеешь ноги или подмышки, а на следующий день тебе приходится делать ту же самую процедуру, это не есть хорошо. Комплексуешь по поводу волос над губой? Нет. Подходя каждый раз к зеркалу, видя себя в нем, хотелось бы все же убрать. Да легко! Ася еще не знает, что именно она – идеальный кандидат для этой процедуры. Лазер работает на принципе контраста. Идеальный вариант для процедуры – темные волосы на светлой коже. Светлые пушковые или седые волосы он вообще не различает и не может удалить, даже не мечтайте. А если и кожа, и волосы темные, лазер поджарит их одновременно. Поэтому если вы такие же загорелые, как я, лазер вам противопоказан. Ждите минимум полтора месяца, пока слезет загар, иначе будет вот такой кровавый зашквар. Белокожей Асе бояться нечего. 20 секунд и половинка губы без волос. Смотрите, как четко виден результат даже издалека. Но есть еще это пятнышко на подбородке. Оно называется волосатый невус. Доктор предлагает его тоже проэпилировать. Но Ася боится. До нее дошли слухи, что лазер провоцирует онкологию. Я тоже слышала, что лазером опасно стрелять по интимным зонам. Там же рядом наши детородные органы находятся. Все эти рассказы о том, что нерожавшим делать в зоне бикини лазерную эпиляцию нельзя, или там с фибромиомой нельзя, это какие-то глупости. Лазерный луч никогда не проникнет глубже, чем в кожу. И доказывается это элементарно. Лазерная эпиляция – это не рентгеновское, не гамма-излучение. Это спектр видимого света. То есть, по большому счету, это лампочка. Просто очень узконаправленная и мощная лампочка. Общего облучения какого-то радиоактивного на тело пациент никогда не получит. Его там просто нет. А значит, Асина проблема вполне разрешима. Но прошла неделя, и девушка вернулась в печали. Волосы кое-где снова выросли. Как же так? Ведь доктор обещал удалить их навсегда. А оказалось... В данном случае около 20% волос только были в фазе активного роста. Мы их убрали. Они никогда больше не вырастут. Но остальные 80% были в других, либо в фазе покоя, либо в фазе выпадения. И они, к сожалению, вырастут. И у Илоны тоже. Пациентов предупреждают, процедуру нужно повторять. Кому-то достаточно 3 процедур, а кому-то и 10 мало. Тут все зависит от генетики и от конкретной зоны. Самые такие, податливые зоны для эпиляции – это ноги, это руки, это зона бикини и подмышки. Гормон-зависимые зоны – это верхняя губа, это подбородок, это все лицо у женщины, это грудь у женщины, живот. Это не совсем нормально, чтобы там росли волосы. То есть эти зоны поддаются немножко сложнее. Но в итоге волосы от лазера действительно сгинут навсегда. Это экспериментально и научно доказанный факт. Сколько вам лет понадобилось для того, чтобы полностью убрать волос на теле? Мне понадобилось около 1,5 года, чтобы убрать все. Но после каждой новой процедуры волосы растут тонкие, его намного меньше. Но не все лазеры одинаково полезны. Запомните эти названия. Лазер диодный и лазер александритовый. Увы, но большинство салонов работают на диодниках, потому что они дешевле. Но, во-первых, они очень болючие, потому что хуже охлаждают кожу. Во-вторых, у них неснимаемая насадка, которую нельзя толком продезинфицировать. Мне бы не хотелось попасть на процедуру эпиляции верхней губы после того, как ее делали кому-то в экстра-бикини. Но сейчас я объясню вам самое важное отличие. На александритовый лазер нужно приходить с легкой щетиной, поэтому мастер всегда видит, куда стрелять. А вот перед диодным лазером нужно гладко бриться, поэтому мастера могут пропускать какие-то участки или наоборот зашкваривать их повторно. И как засвидетельствовала пострадавшая киевлянка, она получила ожоги именно после диодного лазера. Она добивала где-то единичные волоски. То есть еще раз, в ту же самую точку, шандарахнуть по несколько раз. Не сгорает, еще раз делать, не сгораем, еще раз делать. И тогда она добилась до того, что там вот такое вот возникло. Запомните, самые ожогоопасные именно диодные лазеры. А еще фотоэпиляция. На высокой мощности она сжигает кожу, а на низкой не способна уничтожить волосы. И не верьте в акции и скидки. За полцены вам просто сделают половину процедуры, пропустив часть волос. Потому что каждый выстрел лазера – это большие деньги. И даже эта насадочка, вот эта маленькая стеклышко, стоит огромных денег. И менять его нужно довольно часто.
Так что же дешевле, вечно бриться и выщипывать или удалить навсегда? Я подсчитала, если бриться 30 лет подряд, мы ежемесячно тратим на маломальский станок и пену минимум 50 гривен. И в итоге получаем 18 тысяч гривен. Удалить волосы лазером на руках, ногах, в подмышках и бикини стоит примерно 3000 гривен. Но в среднем вам понадобится 6-7 таких сеансов. Итого около 20 тысяч гривен. Полная восковая эпиляция в салоне обойдется где-то в 900 гривен. Но делать ее надо минимум раз в 2 месяца. То есть тратить от 5000 гривен в год. Это самый затратный способ. Теперь мне понятна сверхпопулярность шугаринга. Он даже дешевле бритвы и подлых кремов, которые только усиливают рост волос. Так что наши победители – лазер, воск и шугаринг. Они не провоцируют рост и огрубление волос и оставляют кожу гладкой почти на целый месяц. Но только не удаляйте брови, а наоборот отращивайте. Сейчас в моде очень натуральные, густые и кустистые.